Здравствуйте, я Абулхаирова Алия, как гражданин Республики Казахстан, имею полное право знать, что происходит в стране. А происходит то, что Айсултан Назарбаев делает шокирующее заявление касательно своей матери Дариги Назарбаевой, спикера Сената, и о своем деде Назарбаеве Нурсултане, председателе Совета Безопасности. И никто не считает нужным объяснить, что происходит. Я требую, чтобы данные лица объяснились перед народом Казахстана, так как руководство страны – это не только высшее образование, не только знание казахского языка и опыт работы не менее 5 лет на государственной службе. Это также еще и высокие требования к морально-этическому облику слуг народа. Они должны служить для нас примером в поведении, в беспристрастности, справедливости, в уважительном отношении к чести и достоинству. В случае отсутствия объяснений с их стороны, я требую их полного отстранения от политической жизни Казахстана. Я требую, чтобы они сложили свои полномочия, потому что они не имеют морального права дальше в этом случае представлять меня и мою страну на мировой арене. Они не имеют права далее без объяснения оставаться в руководстве страны.